Закройте глаза. Дышите глубоко. Представляю. Супергероический. В меру феерический. Немного фантастический. И мелодраматический. Вполне реалистический. Культовый. Мегасериальный. Гиперблокбастер. С элементами триллера-боевика. Г-класс. Всем классом класс. Стиль экшен. Во время съемок фильма ни один учитель не пострадал, но сменилось два режиссера. Третий все-таки смог успешно закончить начальную часть громко заявившего о себе проекта. Итак, с чего же все началось? А началось все, как ни странно, вот с этой вот самой рекламы. Судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Забывай, что эта жизнь не детская игра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный,
иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гори соблазны, усвой закон негласный, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Усвой закон негласный, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.